В Рязанском дворе насмерть разбился лось. Как говорят местные жители, животное выбежало из посадки, которая расположена неподалеку. Происшествие случилось в районе Недостоева. Первым делом местные жители услышали сильный топот. После этого увидели, как все произошло. Я оглянулась, думала, ребят бегут большие. А тут лосенок вот этот вот бежит. Он стал перепрыгивать вот этот забор и зацепил задними ногами. И пролетел вот, наверное, на угол, скорее всего, этого вот забора. Напротив которого, потому что он очень с высокой скоростью бежал. Очевидцы говорят, что сразу вызвали спасателей, поскольку первое время животное подавало признаки жизни. Лось бился об асфальт, но не мог встать. Упал, потом отбился. Очевидцы говорят, что лось слишком быстро бежал, поэтому его практически никто не заметил. К приезду спасателей и сотрудников полиции вокруг столпилось много наблюдателей. К сожалению, лось умер до приезда дежурной группы. Скорее всего, он отбился от мамы и заблудился. После этого растерялся, попав в шумный город.